Пока не прошла первая подача. Первая подача. Первая атака у Вашингтона. Вау, у Вашингтона как раз таки... 2 из 2 мимо пока для Тимофея. Совсем не идет боком. Бросок у Тимофея. Сразу Пархоменко. Быстрый отрыв. And one. А вот Пархоменко 0. И большую боль для Кивс Баскет сделать на стартовом отрезке. Буквально за 2 минуты сразу. И делает это Пархоменко. Не дали Павлу внутрь пройти. И тут же скидывает дальше мяч на второго. Второй номер. Это Шая. Пытается бросок открытый Пархоменко. И Пархоменко сам делает 9-0. Возможно, Кивс. Кто-то Туфа. А это уже Губарев. Обратно Калетаев. Получение. От забора Калетаев. Андрей забивает. Шаихметов будет на дриблинге. Нет, не решился. И там Пархоменко снова забегает. Упускает. Уже не первый раз Пархоменко. Туфа будет грузить. Туф. N1. А Туфа было. Это слишком легко для него. Так. Позволяет легко очки набирать Кивс. Нужно Белого, судя по всему, немного войти в игру. Калетаев. На Туфа легко и непринужденно делает. А? Спивак. 3. Не получается, но на подборе Курносов. Непробивной, кстати, для Вашингтона. А, нет, это бьется, бьется. И более того, уже каждый последующий фол уже будет штрафным. Штрафными. 8-13 делая счет. И 2 из 2 Кузьмич. А это Кузьмич уже. Кузьмич уже был кто. Поздняков. Дальше на Пархоменко. Будет 3 от Пархоменко. Ой-ой-ой, Пархоменко в огне прямо. Кузьмич. Кузьмич по высокой. Очень сложный бросок в стиле Кай. На Позднякова. Позняков 3 будет. Позняков 3 очка. А? Дойти. Это уже Пушкарский вышел на площадку. На Кузьмича. Тимофей. Туф. 2 очка. Нет, на Калетаева решил скинуть. И Калетаев. 2-я 3. Калетаев Андрей. Прям такой был. Очень грубый. Позняков. Дальше на Пархоменко. Спивак успеет выбросить. Спивак. Да, со средней. Заканчивается на этом. Первый возвращается в игру. Так, Туф будет на 3. Туф 3. Заходит от Тимофея. 3 очка. Кузьмича. Перехват и забегание. И со средней. И добавляет высоченно. Было бы совсем пока... Ой! Блокшотище! Данной щедрости со стороны Эдуарда. Слишком много полезного он сделал. Кузьми. Ой, 2-й блокшот от Цепляева. Буквально за минуту. Будет накручено Кадыров, там Калетаев, на него не то. И Пушкарский 1 остался. Хорошо, разыграли. Точно, в цель заходит Цепляев, Эдуард, первый штрафной. И плюс 1 левый для Вашингтона пока. И что ж, пока второй штрафной исполняет, забьет. И второй забьет. Увечем. И стремительно на второй, и уже блокшот. Блокшот от Кури. Но проходит передача на Шаихметова. И уже из-за спины Лала Щипкина. Академично. Да, не решил. О-хо-хо, это было близко сейчас. От счета решился. Давали бы дальше Кузьмич на Губарева. И там очень тесно так, очень плотно встречает Губарева. Губарев в стиле Дирка. 2 очка. Кузьмич. Будет на Туфа заигрывать. Туф опять продавит. На нем сдваются. Нет. Туфа. И Кузьмич с получения. 3 очка. Еще на Шахметова. Шахметов будет 1 в 1 пытаться обыграть. Шахметов через 2. N1 считать от Шахметов забивает штрафной. И второй тоже. Но Туф цепляется. И N1 от Туфа. Таки Вашингтон забирает себе мяч на подборе. И Пархоменко снова на взлет и вперед. Неудержимый Пархоменко. Мячам. Так. Имеется 2-я возможность. 2 из 2. 2 из 2. И перехват от Кузьмича. Ловко разобрался и выбил мяч. Штуфом от щита не удалось ему добавить. И Калетаев сразу на Кузьмича. Кузьмича забыли опять. Пархоменко очень высоко его встречает.
Чреватский размен там происходит. Калитаев с разворота добавляет крюком своим. На Калитаева. Калитаев! Три очка от Андрея Калитаева. Четвертая трех. Раскидывают зону под кольцо. А вот это академично. Было здорово. Хорошо. Трехи. Туп! Три очка. Все-таки засосало мяч. Цепляев. А вот опять Пархоменко забыли. Но в этот раз со второй попытки. Но это Подиаров Игорь отборолся. Но тут же мяч потерял и Шахметов. А вот теперь уже Вашингтон. Пушкарский на Калитаев. Калитаев! Трешка! Это пятая трех. И вот уже Цепляев пошел. Перебросил мяч и сразу на Кузьмича. Казалось, что уже перехватил Петя Волков. Но все-таки доставка прошла. Кузьмич. Будет один пытаться обыграть. Кузьмич по правую руку. Сложный в стиле опять. Кари Ирвинг Кузьмич. Спивак с восьми. Ответ. Дальше. Калитаев теперь уже сам пытается пройти. И сам нашел себе путь. Проложил Пархоменко. Пархоменко на кроссовере убирает. Цепляев. И там Спивак. Так, Кузьмич. Входит первый штрафной, мягкая у него рука. Достаточно. Плюс 8 кис. И 2 из 2, плюс 9 уже. Трехой. Нет. И там Кузьмич снова один. И Туф это видит. Убегает Кузьмич и их поражает. Поражает снова Кузьмич цель. Как-то брал, и а теперь вот трое в одного бегут. Шаихметов, N1! Шаихметов. Туф возмущается, почему не дали фол. И снова быстрый отрыв, да! Лощипкин Павел зацепился, зацепили за мяч. И вот это хасл от Поданина. Сам обыгрывать, нет, разрешил скинуть. Ой, с разворота. Это был... отрыв. Сделали обратно для себя комфортным. Цепляев на кроссовере со средней. Заходит. И уже Кузьмич сразу. Кузьмич сам. Хо-хо-хо, неудержимый Кузьмич. Пархоменко точно в цель. Заходит первый. Дальше команда разгоняет атаку. Дальше Шаихметов в быстром отрыве 2 очка. Кто не мешает, N1. Снова делает это очень легко. Никаких эмоций от Тимофея делает. Цепится. И Пархоменко разгоняет поста снова, постарается быстро атаку. Пархоменко на кроссовере, обманул всех, прошел. Получилось у Подиарова сейчас. И Лощипкин. Снова быстрый отрыв, убегает Лощипкин. На Цепляева, обратно на Лощипкина. Слишком легко. 5 минут до конца. Калитаев! Шестая треха от Андрея! Шахметов! Вам и помешают. О, с отклонением! Дичайся! Лощипкин. Дальше Спивак с разворота. Новое владение для Киевс Баскет. И пока не сдаются, Вашингтон ищут. Но вот Кузьмич не... У кого же мяч остановится? Да, все-таки Поздняков, нужна треха от забора! Поздняков! Через Кадырова, дальше на Пушкарского. Пушкарский пытается продавить. Легко это делает, несмотря на сопротивление. Пикинроу разыгрывает. Калитаев на Туфас. N1, еще один от Тимофея. Нет, но он может еще успеет выбросить трупу. Пархоменко. Цепляев. И блокшот. Нет, все-таки Цепляев успел.